Ябр папа, гжипа. Я не помню, что это за слова. Но она говорит, я динозавр. Хочу большие сиськи. Вот А, блядь, другой вообще. Динозавр. На-на-на. Динозавр. Всем здорова, ребята, и Кайзер Кот. Добро пожаловать в Five Nights at Freddy's. Шестая дочь. Я вообще гарантирую, я не пройду ни хрена, но я попытаюсь, как... Постараюсь, очень сильно постараюсь, как могу. Вот, шестая ночь. Мы с вами в прошлый раз спрашивали, блин, такая радость была для меня. Я явно пройду, если не пройдем, то, ну, первая концовка хотя бы будет хоть что-то, наверное. А я слышал, можно пропускать ночи. Но я не буду пропускать ночи. Наверное. Не, ну если мы не пройдем после там попыток 10, то у меня не получится пропустить. У меня не получится пропустить, потому что это не оригинальная версия. Так что, шестая ночь погнала. Мне интересно, что сейчас будет. Фредди сразу сейчас пойдет. Во FNAF Plus его в пятой ночи Фредди сразу уже пошел. А здесь, так, экономим батареи. Ну, я не знаю. Не, во FNAF 2 мы уже отдельный стрим сделаем, по FNAF 2. Мы фанмейты пойдем проходить. Возможно, мы пойдем мультиплеер FNAF, да. Возможно, пойдем мультиплеер с вами FNAF снимать. А, блядь, смотреть на Фокси надо же. Так, кто-то уже рядом. Уже рядом кто-то. Я слышу. Блядь. У меня один тоже крик, кстати, заметили? Кстати, блядь! А ведь плюс шестой ночи в том, что аниматроники сразу уходят. Типа, смотрите, я закрыл дверь, Бонни... Только закрыл дверь, Бонни уже ушел. Он уже уперся. В этом есть... Это есть плюс. Но у двери уже кто-то стоит. Фредди на кухне? Я не знаю. Да, Фредди на кухне. Так. Закрываем дверь, ага. Я тупанул, короче, не подэкономил нормальную батарею. Ушел. Ушла, точнее. Зато... Ай. Зато Фредди. Он же не тут? Он не тут, отлично. Зато Фредди в коридоре. Готовимся. Готовимся, закрывать дверь. Там Фредди, потому что... Двери. Фредди. Ждем, когда он заржет. Тогда можно открывать двери снова. Так. Пока все хорошо. Пока я не чувствую никакой паники, мне нормально. Я не чувствую панику, ни в коем случае. Смотрю часто на Фокси, чтобы он не побежал. Но он побежит все равно, рано или поздно, мне кажется. Шестая ночь все-таки. Стучал кто-то по двери. Стучит, погоди, это Фред... Блять. Это ты, да, Бонни? А уйдешь ты отсюда? Ага! А Фредди-то теперь наоборот нихера не будет уходить, как мы видим. А Фредди-то, блять, наоборот будет стоять теперь. Походу. Ну, в принципе, ладно. Будет повод зато не открывать дверь. И не паниковать на второй двери. Осматриваем. Каждые 10 секунд будем, наверное, смотреть, да? Уйдешь? Он не ушел. Он не уходит. Ему вообще похрен. Фредди, я всего это глюки. Там постоянно реально кто-то стучит по двери. Я не понимаю, как это. То есть даже когда дверь открытая была, все равно кто-то стучал. То есть это не аниматроники будут или аниматроники. Я не знаю. Я знаю, что Фокси может стучать примерно так же по двери, но он только и то громче, конечно. Ну прям... Опа. Опа. Опа, блядь, иди ты нахер, а. Я напугался опять. Я помню, что еще дверь может сломаться, короче. Опа, ушел. Все, отлично. Не отлично, 55%. Хотя, может, и отлично, кстати. Может, и отлично. Если просто побежит, то, может, и отлично. У двери, скотина же. Или у двери, у двери. На, нормально переключай. Блин, рукот, научись уж нормально переключать камеры. Не жухай, согласен, он, кстати, реально стоял там. Но он опять пришел у двери. Он опять стоит у двери. Так, не смотрим камеры пока. Не смотрим так часто, реально экономить надо. Сейчас смотрим. А, нет, надо часто смотреть, смотрите, зараза пошла. Не-не-не, часто смотрим. Смотрим часто, камера ушел же, да. Ушел, все. Не паникуй. Блять, паникуем, ладно. Уйди, иди, ушлепок. Ушлепок, ага, спасибо. Супер зашибенно, офигенно. Да ты зараза, ну ты задолбал, ну Фредди. Мы часто на него, смотрим часто на него. У него там может и СМИ, кстати, быть, если что. Вы можете все пересмотреть кадр. Я не знаю, ну, в смысле, не сейчас, а когда там, мне кажется, будет и СМИ, потому что мы очень часто на него смотрим. Настолько часто, что и СМИ у него явно скоро будет уже.
Не, не буду пока дверь открывать. Я не знаю, потому что я знаю, что на плюсе, если сразу открыть дверь, то там пизданут меня. Я боюсь здесь. Что будет? Не, ну херовое дело. Погоди, он ушел, по-моему. Да, погоди. Не, или нет? Это он из-за чики так или как? Да. Смотрите, а сейчас бы дверь открыл. Блядь, а Фокси? Сейчас бы дверь открыл. Вот проблема, мне кажется, ФНАФа. Ты не знаешь, там Чика вот и Фредди. Вот это проблема-ка сейчас была. И я не понимал, Фредди, где Фредди, ушел он или нет. Сейчас он явно ушел, да. Можем открыть дверь. Ну мы проиграем, да, мы проиграем. Опа, Фокси, нет, мы проиграем, точно проиграем. Точно проиграем, точно проиграем. Я говорю, мы проиграем. Ну все, он побежал. Ну все. Это пипец. Кто-то стучит реально, вот сейчас слышу. Не, не буду открывать дверь, там же Фокси, кстати. Ну он сейчас побежит. Ну он сейчас побежит. Ну все, да, это проигрыш, все. Так, а давайте вызовем, кстати, Фокси. А, все, блин, поздно. Вызвали нахрен. А, погоди! Он не оставил еще. Он мне оставил батареи. Погоди, мне есть шанс. Вызови Фокси хотя бы. А погоди. Он мне оставил батареи. Я думал, вообще ничего не оставит. Так, ушел. Блять, я не буду открывать, я боюсь открывать дверь. Сейчас ушел, все. Сейчас норм. Или нет, или нихера. Откройся, да ты зараза. Ну знал же, что ты по... Ну, Фокс. Да ты крысы вообще, да вообще крысы же. Так, нету, все отлично. Ушел. Еще раз открывай, все. Не, шансов нет, все, 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 да, шансов нету. Шанс нет, шансов нету. Давайте кого-нибудь скример посмотрим, кого-нибудь. Можно кого-нибудь скример посмотреть? Я не хочу Фредди смотреть, не хочу. Блять, ладно, Фредди, походу, будет. Ну да, будет Фредди, все, смысла нету. Да, блядь, даже не пятая, не пятый час. А, кстати, кнопки исчезают полностью, прикиньте. Церковная музыка играет, прикиньте. Ну, сейчас, ну мы до пятого часа явно дожили, я уверен. Потому что сейчас пока он будет петь, уже пятый час стукнет 100%. Я... Кстати, Shadow Kexik. Я знаю, что я чушь несу, но... Кексик просто вообще темный. Мне кажется, по графике так не должно быть, по реализму. Мне кажется, он должен быть хоть немного освещенный. А у него там просто текстуры вообще нет. Подносик у тебя на. Миша, приди. Ну мы проиграем. Значит, мы еще раз попробуем. Давай, убивай, я готов. Я готов. Фредди? Фредди? Ай, блядь. Что-то как-то он долго на самом деле приходит, а? Фиг, сейчас игра забагает, и он победит. Бля. Не, но все равно, даже если бы она забагалась бы. Кстати, в прошлый раз, когда я выиграл, мне кажется, реально какой-то баг был. То есть, смотрите. Типа, игра, наверное, типа, все-таки я выжил, успел. То есть, смотрите. Шестой час дошел до того момента, когда он... Когда должен был активироваться скример, и там, то есть... Какая-то херня началась. Там началась какая-то херня. Ну, типа, баг в скриптах, не знаю, что-то произошло, короче. Сбой какой-то, и он там, наверное, перезагружался. И пока он перезагружался, мне, считайте, дали фору. Вот. Я таким способом, наверное, победил. Ну, не знаю. Ну, либо мне повезло, и Фредди просто решил не нападать на меня. Он решил пожалеть меня. Так, все, экономим. Они, кстати, пошли 100%, да? Я слышу вроде бы шаги ихние. Ура, кунь-кинь-кань-кунь. Ей, я победил. Попробуем еще разочек. Да сука, я проебал Фокси, я забыл, что на Фокси смотреть надо. Сосанья, ага. Я забыл, что на Фокси подглядывать-то надо. Ебать, ты уже у двери. Фокси сиди там. Так, ушел крыса, хорошо. Да, да хватит, ну кнопка, но она херово нажимается. Кнопка херово нажимается, не могу нормально на нее вырубить.
Это куда там? Может сразу выйти просто, может он сейчас уже побежит. Ну может и не надо, или на... Не задолбал. Ну мы проебали Фокси, мы просрали Фокси опять. Он сразу побежал, надо на него подглядывать было больше. Я вначале что-то затупил, короче, начал просто стену дуплять. Я всегда думаю, что вот это вот... Да хватит! Да выруби! Блять, какой ты еблан. Я говорю, эти кнопки, они еле нажимаются. Мне это не нравится вообще. Так, он уже в коридоре. Мне кажется, вырубать надо, да, или не надо? Или все-таки попытаться? Просто понаблюдать побольше за Фокси. Ага. Я молчу, потому что я напрягаюсь, начинаю напрягаться уже. Блять, понятно. Понятно. Слишком часто проверяй светом. Сейчас не проверяй светом, ориентируйся на звук больше. Так они каждую секунду шагают. Я не понимаю, как можно ориентироваться. Так, ну Фредди ушел и открываю дверь. Он же не убьет меня, верно ведь? Он же по факту просто ушел. Вот, кто-то шагает, я смотрю. Кто опять шагает? Вот, кто-то шагает, я смотрю. Ага. Это типа работает, но они реально каждую секунду шагают. Не как... Что даже смысла нету просто. А хули ты уходишь? Что там стоишь? Блять. Я знаю, что херово поступаю. Я просто боюсь, что там, блять, этот Фредди будет. Все. Да куда ты? Что ты там стоишь-то? Так, ориентируйся на звуки. Пам. Не было звуков на самом деле. Это задолбало. Чика что-то зачастила к нам. Он ушел, да ведь? Я проверю. Да блять, я не знаю, он ушел или нет. Да блять, камера еще тупая. Ладно, открой дверь, похуй. Сдохнем и сдохнем, все равно у нас херово все по заднице опять идет. Все идет через жопу. Блять, я не знаю, за Чики там стоит, прям задницей пялит. Блять, нахуй я это сделал? Придурок. Придурок, говорю, придурок просто. Дракот придурок, реально идиот. Идем шаги. Шагает. Работает, кстати. Насчет, когда я говорю, ждем шаги, сразу уходит. Так, он уже у двери, кстати. Так, у двери же, да? У двери. Отлично! Ну все. Ага, блять, отлично! Коля второй ам, че так долго время идет? Для меня прошла вечность, серьезно. В смысле второй ам? Блять, в смысле второй ам? Вы че? Какой второй ам, вы че гоните? Ушел. Открывай дверь. Смотрю Фокси. Смотрю Фокси. Свет. Смотрю, Фокси, жду, когда тот будет ходить. Никто не ходит, а вообще. Меня напрягает, что никто не ходит. Я все равно буду светить, потому что я не знаю, ходит ли кто-то или не ходит. Вот сейчас кто-то походил. Вот сейчас, блядь, Фредди подошел к нам. Это задолбал Бонни. Ладно, хотя не появляйся, Бонни. Не, ну может. Я, по-моему, так же играю сейчас. Шаги. Кто-то ходит, вот. Никого. Кто-то ходит. Никого. Зато Фредди, блядь, подошел опять. Ждем шаги. Ходит кто-то. Никого. Ждем шаги. Фокси. Ходит. Никого. Фокси. Блядь, блядь! Я случайно камеру взял, короче. Фокси, не беги. Фокси, не беги. У меня вроде бы шансы есть какие-то. Чика. Руиночка, ты моя чикулечка. Ля-бля тебя. Там что-то Никита прям большой написал, но я большой не могу сейчас читать вообще никак. Ну Фредди не уходит. И Чика появилась. И Бонни. Да мы вредили. Отлично. Нет, все плохо. Все плохо. Давай 5-й ап, пожалуйста, хотя бы на 10% оставшиеся. Да сука, ну все пиздец. Фокси, Фокси. Давай хотя бы до 5-го ама, уже какой-то рекорд будет. Все, можно не проверять камеры, ждем только Фредди. Все, ГГ нам. Не ГГ. Отлично. Не ГГ. Нет, все равно ГГ на самом деле, но все равно. Ну хотя бы до 5-го ама, ну бро. Ну хотя бы 5-й ам. А бро! Да ты серьезно? Капец. Капец. Я в шоке. Я в шоке, да. Он не хочет до 5-го ама идти. Вообще охренел.
Ну, я был близко, я уверен, что я был близко к пятому аму. Не врите мне, я знаю, что я был близко к пятому аму. Я знаю, что я наверняка свой рекорд побил, потому что Фокси... А, нет, не побил. Или не побил, да, потому что Фокси все-таки прибежал, крыса. Надо что-то думать, надо что-то решать, надо кого-то выручать. Надо что-то делать. Потому что... Если я хоть каким-то раком надо сохранить хотя бы... Ну, хотя бы процентов 10-5. Надо почаще за Фокси, может, смотреть. Может, прям вообще часто-часто смотреть. Не, кстати, да-да-да-да-да-да, я проруинил, короче, Фокси. Мы когда начали, короче, шестую ночь... Мы когда шестую ночь начали, я просрал Фокси. Я, короче, просто перестал за ним смотреть. Там моя вина, короче, была. Как Фредди говорил, когда энергия разрядится, нужно не двигаться. Тогда Фредди быстро тебя и убьет. А, то есть я тогда не двигался, кстати, из-за этого меня не убивал. Серьезно. Блять, нет, перезаход. Я забыл про Фокси опять. Перезаход, не получится. Уже не получится. Если Фокси тронулся в начале, уже не получится. Надо перезайти. Не получится просто пройти вот таким раком его, когда он уже там стоит. Я опять про Фокси, потому что забыл. Я влуплять в стену начал, потому что. Значит, какое-то время мы не спорим хотя бы за дверьми. Вот. Ну, фонарики не врубаем. Врубаем лишь только камеру пока что, чтобы Фокси хотя бы сидел в своей будке. Понял, псина? Сидел в будке. Не знаю, с кем разговариваю. Я ведь даже это... Не в игре еще. Нахожусь. Ну давайте. Еще раз. Последняя попытка. Если не получится, то может либо в следующей серии, либо никогда. Не, ну скорее всего, когда я начну там FNAF снимать, проверяем Фокси. Слишком часто, да, проверяю? Не, ну если он выйдет, то получается не зависит от того, смотрю я на него или нет. В смысле, зависит, но не так сильно. Если он выйдет все равно. Я же все равно смотрю по факту на него. Мы должны, мне кажется, каждые 5 секунд проверять его. Уже тут у двери, по-моему. Хотя бы каждые 5 секунд должны на него взырить. Чтобы Фокси от этого было спокойно. Он либо стесняется, либо ему наоборот это реально нравится. Он кайфует от этого, у него что-то происходит с ним, короче, я не знаю. Звуки. Так, слышал звуки. Ага. Ушла. Ждем звуки. Я думал звук, но нихуя не произошло. Так, окей. Не, ну Фокси не выходит. Блять, да какого во, блядь, да в смысле? Ну тот же шагает, давайте уйдите. Фокси. Уйдите. Ну там, ну Чика, давай ты лучше, там Фредди, спасибо. Ну все, я проруинил опять. Спасибо вам, ребята. Это не вам, если что, зрители. Вам все нормально, сами все нормально. Кто вот стучит постоянно, серьезно. Вентилятор. Херня еще та. Кой кто-то. Смотрим. Да хватит. Дайте сейчас у двери должен быть. Вот сейчас убери. Да, ну они прорыли мне катку, по-моему. По-моему, слишком часто нападают, народ. Уходи. Фокси. Уходи, спасибо. Фокси. Ждем Фредди. Чуть не открыл дверь! Я чуть Фредди дверь не открыл! Потому что, короче... Ушла Чика. Я начал открывать дверь. Пиздец, я тупой. Кнопки херовые, прям херня херней. Я говорю, херня херней, серьезно. Они рокожопые, во-первых, а во-вторых, мне кажется, было бы удобнее, если бы это не было бы треугольники, а были бы нормальные квадратики. Фокси кайфой! Заставляем Фокси кайфовать, блядь.
получаю удовольствие от того, что на тебя смотрю, Фокси. Он для фанс, да. Господи, у него сейчас эта эпилепсия начнется реально. Так. Я просто заволновался. Блять. Но это проигрыш. Это уже проигрыш, я говорю. Я говорю, это уже проигрыш. Но можем потерпеть. Все-таки, если Фокс не нападет, то может что-то из этого получится. Сейчас уже Фредди пойдет. Что-то не меня часто нападают, офигели. Да, блять, случайно камера надел, ладно, пофиг. Я хотел только сказать, продолжать о том же духе, но они срезко начали уже ходить. Так, понял, все. Все. Ждем Фреддика, только ждем Фреддика. Ой, блять, я реально эпилепсию сейчас ловлю с этих камер постоянных. Фредди, уходи, Фредди, уходи, Фредди, уходи, прошу тебя, Фредди. Бредди, Фредди. Отлично. Тебе, походу, будет сниться, как ты, Фоксик. Да! Спасибо. Фокси. Кайфуй, Фокси, кайфуй, Фокси, нормально тебе, хорошо тебе. Тебе все хорошо, тебе все нормально. Ты не ловишь панику. Ах ты ж крыса, Фредди. Кайфуй, Фокси. Танцуй под бузову. На-ра-на-на-ра-на-на-ра-на. Так, ну, Бонни, ну... Ну че ты пришел? У нас все хорошо, Бонни. Бонни, спасибо большое. Ты повелся, лох. Так, Фредди, уйди. Уйдешь? А, ну пожалуйста, ну хотя бы четвертая ночь сейчас. Сейчас нужна четвертая ночь, сейчас нужна, именно сейчас. Ну ты чё пришел-то? Обиделся что ли? Уходи, правильно. Ну все, пиздец. Ну это проигрыш опять будет. Вот херли она пришла, смотрите. Чем я ее не угодил? Я про Бонни только что-то говорил. Чику я вообще молчал. Она пришла обиженная на меня вся такая. Ага, понял. Поняла, да? Ну нет, ну Фокси, ну не надо, ну пожалуйста. Я так понимаю, Фокси обязательно должен пойти. Обязательно должен пойти, короче. Четвертый час. Ну шансов так особых нету. Прям часто на него смотрим. Прям часто на него смотрим. Прям вообще пипец как часто. Да, ну, блядь, ну, Бонни, ну ты вообще... Ну, Чика, ну, блядь. Ну, они реально серьезно, говорю, руины. Нахуй, на... блядь. Да открой ты дверь эту ебланскую. Ну, засранную дверь. Ну, да, но это опять проигрыш. Ну, это проигрыш, это гребаный проигрыш. Ну вообще офигели, что ли, попутали города, а, народ, вы чё, ну... Так, ждем. Или не ждем. Нет. Прикиньте, на меня Фокси не побежал, а все равно, блядь, пятого часа не произошло. Я постоянно на Фокс смотрю. Он не побежал на меня. Ну даже пятого часа не наспило. Он даже фору не дал. Он даже фору не дал. Ну вообще, ну это вообще. Ну я не знаю, продолжать ли проходить. Вот. Если что, в комментариях можете написать, попробовать ли мне продолжить проходить или не надо. Ну, я думаю, пока что сделаем отдых от ФНАФа первого и пойдем в каком-нибудь фан ФНАФ. Вот, так что всем покедово. С вами был Кокс Зеро Кот. Люблю вас, удачи, пока. Удачи, пока.